О, ребята, вот и хозяин прилетел. Пьянки, да не пугай ты. Смелый, любопытный. Все, сейчас улетит себе. Правда, не туда улетел что-то. Вон там у него гнездо, ребята. Здесь вот. Да он ест. Ест? Да. Он сейчас два раза туда вот уносил. Посмотрите. Какой хозяин любопытный, да? Угу. Можно еще покусить? Ну что, ребята, сегодня что-то не клюет у нас. Да. Приехали, половили, чаю попили. И не клюет. Ну, удочки смотали, сейчас поедем домой. Тихо-тихо. А хозяин сейчас еще прилетит. Смотри. Любопытный это такой, что такое? Любопытно это, значит, все хочет узнать. Интересно ему. Интересно. А давай я покажу на руки у него, дать, чтобы он меня поклевал. Давай. Сейчас, подожди, еще раз. Подожди, он летит, ребята, тихо, тихо, не пугай. Не шевелись. Вот так, ребята. Да куда он носит? Вон, смотри, у него свои тут кладовые места. Вон там. И основная, я думаю, вон там. Норка. А я думаю, вот там вот тоже. Сейчас подожди, еще прилетит. Голод не тетка. Что он там делает? Завидует что-то кому-то. Классно, да? Давай расскажем все дедушке. Ага. Давай? Ну. Давай, пап? Давай, давай. Ну давай еще подождем немного. Тихо-тихо. Еще один прилет. Да еще два прилета. А? Еще два прилета. Он у нас уже там все, он по рюкзаку побегал. У костра там все крошки подобрал. Летит. А, вон. Все, летит. Ребята, он на ветке. Скажет, тут такие запасы. Угу. А, вон на ветке сидит. Тащи. Больше. Тащи немножко. А может и подлетит. Все, ближе, ближе подбираться. Да так-то он тут этот не боялся нас вообще. И удивительно. А, то есть не голубь городской, все, с руки есть не будет. Это кто? Ну все, поздоровались с хозяином. Давай, домой. Пока. Все, ребята, всем пока. Это тебе, хозяин, такое, да? Замечательное озеро, но сегодня чего-то не клюет.